Ну что, ребятушки, погода просто шепчет, что нужно заняться огородом. Уже, представляете, даже клубника начала у меня цвести, а я еще ничего не сделала. Сейчас покажу, что я хочу сделать сегодня, потому что теплые дни уже стоят, у меня уже бурьян растет со страшной силой, а я ничего не делаю. Так, приступаю к работе. Пасха закончилась, пора начинать работать. Вы знаете, я бы что сделала? Я бы пост сделала после Пасхи. Вот это бы не помешало. Не до Пасхи, а после Пасхи. Потому что то, что я набрала за пасхальные дни, то мне надо неделю голодать теперь. Но я же не смогу голодать. Вот супа сегодня наелась. Поэтому сейчас вместо того, чтобы лечь на диван, а так хочется, приступлю я к работе. Вот смотрите, мне нужно заняться клубникой. Видите, она уже цвет начинает набирать у меня. Цвет начинает набирать. Поэтому... я уже думаю не ехать никакому фермеру, потому что я уже чувствую, я не успею просто к нему поехать. Я сейчас вот здесь все перекопаю. Ну, выдеру сначала вот это весь бурьян, перекопаю, и затем буду хорошие кустики отсюда брать, может быть, даже уже и не сегодня, и пересаживать сюда. Хочу поменять местами, потому что здесь, как я клубнику посадила, так оно не удобрялось ни разу. Вот видите, какой уже щавель. От него я сегодня и варила суп. Все большие листья общипала и варила с него суп. Вы видели, я добавляла зеленые листики. Это был зеленый перец. Это был вот этот джусай. Кто не знает, это китайский чеснок. И вкус здесь или китайский, или лук. Надо будет еще раз посмотреть, я уже забыла. И вкус напоминает, как чесночные вот эти, ну, побеги, отростки. Очень сильно напоминает, но очень вкусное. У меня еще есть семена лука, я купила, и хочу попробовать снова здесь посеять. Уже который год пытаюсь, у меня ничего не растет. Попробую еще раз, попытка не пытка, так что займусь я сейчас огородом. Смотрите, какую корзину я выдрала травы вот отсюда. И то выдрать мне не получилось, потому что там был просто сплошной ковер корней. Мне пришлось подрезать все это лопатой и просто снимать верхний слой отсюда. И вот это я теперь все отправлю на перегной. Теперь что я буду делать? Мне очень нравится вот эта штука. Она прекрасно разравнивает вот эти комки. Даже намного лучше, чем грабли. Поэтому я сейчас вот этой штукой вот так проработаю. И у меня получилось, что здесь я пыталась выдергивать. У меня не получилось. И здесь я уже стала снимать слой... верхний слой, да, вместе с корнями подрезать их. Поэтому у меня вот эта сторона, видите, руки как у колхозницы, вот эта сторона оказалась выше, чем вот эта сторона. Я сейчас буду вот этой штукой все выравнивать. Потом покажу, что получится. Ага, попался на месте преступления. Ага. Следы надо заметать. Нежданно, негаданно мой муж пришел ко мне на помощь. Ага. Вот. Следы заметать. Кто пепла набросал туда? Кто пепла набросал? Ой-ой-ой, кто пепла набросал? Да еще на соседний ярд. Представляете? Безобразие. Тут я пыталась руками выдрать. У меня ничего не получилось. Мы рассаду еще делаем. Сеем-сеем, посеваем. Да? О, кто-то еще идет. Давайте проверим, кто. Тима, привет. Не хочет с нами дружить. Ой. Весна. Мир, труд, май. Апрель. Тима, холодно? No? No. Да, холодно. Иди одевайся. No. Ладно, пошла я работать. Пошла я работать? Работай, работай. О, а Тимоха решил траву покосить. Бывают и такие косилки. Я и забыла, что у нас вот такая сатачка какая-нибудь для травы. Пошла я тогда уже на... там впереди чистить. Здесь уже вычистила, но затем надо будет выкашивать. Там уж Дима потом выкосит триммером. И надо будет покупать землю для того, чтобы засыпать эти клумбы и засыпать грядку. И можно уже будет покупать какую-то рассаду. Пока еще более-менее светло, надо вот здесь почистить.
И вот здесь почистить. Ну, здесь немного, здесь немножко, я чуть-чуть здесь более-менее так чистила. Смотрите, у меня уже расцвели вот эти светлые нарциссы. Красота. Между прочим, где-то я прочитала, что нарциссы еще называют пасхальные подснежники, что ли. Но это оно так и есть. Расцвели вот эти желтые к самой Пасхе. Вот эти чуть запоздали, но они так у меня всегда и расцветали чуть позже. Смотрите, что здесь происходит. Любовь, любовь. Голубь сидит в своем гнездышке. Ну, уселась сверху и причесывает ему перышки. Ну, это вообще. Ну, давай. На камеру не хочешь работать? Показывай, что ты тут делала, как ты общаешься с голубем. А? Василий, тебе эта ноша не тянет? Тебе удобно сидеть? О, мамочки мои, что происходит? Битый небитого везет. Она его уже достала, реально. Она его уже реально достала. Он хочет сесть. Он хочет посидеть в тишине, а она вокруг него. Ну что ты будешь делать, а? Но есть же свой собственный партнер. Нет, он ее не устраивает. Ей нужен кто-то побольше, покрупнее и поспокойнее. Так, что уже это требует с него? Это вообще... Это вообще... Что, Василий? Нигде тебе нет покоя, старику, да? Правда, ты не старик, тебе всего лишь 3,5 года. Говорят, что голуби живут 35 лет. Я даже боюсь представить, что он будет у нас жить 35 лет. А она прям со всей любовью к нему. Любовь, любовь. Вот такое неожиданное перемещение в магазин. Ищу для своего маленького огородика какие-то заборчики и, в общем, то, что нужно мне для моего небольшого садика. Взяла вот такие заборчики. Здесь по доллару. Нужно будет разгородить места, где у меня растет клубника и где будут расти помидоры. Сделаю вот таким, разделю их. Вчера, работая в огороде, поняла, что мне нужны перчатки, поэтому буду брать. Я уже в другом магазине, в Walmart'е, и для огорода мне теперь нужно взять землю. Такая уже идет со всякими добавками земля, с витаминами. Ну, в общем, все, что нужно для земли, потому что, сами понимаете, у меня же земля там дикая, скажем так. Там, ну, не такой ухоженный огород, как, например, наши огороды были. Поэтому я беру такую землю, дополнительную подкормку для моих основных грядок. Так, цена их $4.27. И вес этого мешка, сейчас я вам скажу. Не вижу вес. Хорошо, разберусь потом. Если найду, то я вам покажу. Ну что, я молодец. Видите, я уже пересадила клубнику. Выкопала вот отсюда хорошие кустики и самые лучшие выбрала и пересадила их сюда. Теперь я все это дело удобрю. Ну, конечно, я уже новой земли насыпала, которую я сегодня покупала. Я купила еще в магазине, я вам не показывала, вот такие палочки удобрения. Но это вообще для домашних цветов, написано house plants. Но я буду использовать также и для вот этих уличных цветов, написано, уличных растений, написано, через каждые 60 дней нужно добавлять такую палочку. Я возле каждого кустика сделаю эти удобрения, и между своими грядками я еще купила вот такие заборчики, тоже вам не показала, не было у меня времени больше снимать.
Потому что я сделала то, что я вам показывала в магазине, который я купила, вот эти заборчики. Но видите, они смотрятся не очень. Я их, конечно же, оставлю. Никуда я их не выброшу. Не сдам назад в магазин, я их оставлю. Но я их в другом месте где-то приспособлю. А здесь, между вот этими, между этой клубникой, затем вот это я перекопаю. Здесь у меня будет огурцы и помидоры. Или помидоры и перец, там уже посмотрим. И вот здесь, между вот этой грядкой и вот этой грядкой, я сделаю вот эти заборчики, которые я вам только что показала. Так, все, приступаем к работе. Хватит пока. Смотрю и радуюсь, как красиво получилось. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, даже заборчик уже поставила. Видите, конечно, с этим заборчиком смотрится намного аккуратнее и красивее. Что теперь буду делать? Я решила сегодня еще и лук посеять, пока позволяет погода, настроение и желание. Сейчас я вам покажу. Вот, у меня есть лук. Хочу его сегодня посеять, чтобы уже начался процесс. Ну что, поехали. Как по заказу включился свет, чтобы показать, что и лук я уже тоже посадила. Я теперь так надеюсь, что он меня вырастет. Теперь надо подумать, куда мне посеять укроп. Может быть, еще вот здесь укропа насею, но это уже не сегодня, потому что на улице уже темнеет. Ну и последнее включение на сегодня. Хочу вам показать, что вот, смотрите, видите, сирень моя прижилась, чему я очень рада. Этот листочек был, а вот это вот новые пошли побеги. Я сейчас ее полила, так что будет сирень у нас расти. Ну а с вами я буду прощаться, как всегда. До новых встреч и до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока! Я уже монтировала видео, когда мне неожиданно пришла посылка с фермерского магазина, скажем так. Называется Мисс Фитц называется. Что это такое? Это органические овощи и фрукты. Каждую неделю или каждые две недели вы можете у них заказывать овощи и фрукты, и они вам делают доставку прямо на дом. Доставку эту я ожидала в субботу перед Пасхой, но они мне прислали сообщение, что доставка будет задержана на один день, максимум на два дня. В субботу перед Пасхой мне эта посылка не пришла, в воскресенье она мне тоже не пришла, и в понедельник она мне тоже не пришла. Теперь, сегодня у нас уже четверг. Сейчас скажу, какое число. Число четверг. Представляете, с какой задержкой мне пришла эта посылка? Они говорят, что все придет в хорошем виде, и они делают, ну, такую изоляцию, чтобы ничего не пропало. Я вам сейчас покажу. Я специально хочу это заснять. Я отказываюсь от их заказа на следующий раз. Так, скажу сразу. За эту посылку я заплатила $22 плюс доставка 5,50. 27,50 я за нее заплатила. Они пишут органические овощи и фрукты. Но даже не это меня привлекло. Я решила попробовать на первый раз, как это все будет работать. В каком виде придут овощи и фрукты. Как быстро все это придет и стоит ли вообще это заказывать? Они не пишут, в каком количестве в каком количестве все это будет. Я заказала там огурцы, помидоры, картошка. Ну, в общем, вы сейчас все увидите. И они не пишут, в каком это количестве будет. То есть там будет килограмм картошки или там будет одна картошина. Сколько чего, в каком количестве, ничего этого не указано. Итак, сегодня четверг, посылка пришла с опозданием на 5 дней. Я, конечно же, ожидала, в каком состоянии будет мой заказ, но не настолько же все плохо.
Смотрите, вот это должен быть лед. Естественно, льда здесь никакого нет, здесь уже вода. Вот так это все было продавлено. Вот эта картонка мокрая, естественно, из-за льда. Ну, из-за того, что лед растаял, да? Сельдерей. Чуть живой. Пришел посочувствовать? Видно, что он вялый. Но это еще не самое худшее. Вот эту коробочку я уже открыла, потому что она была заклеена скотчем. Посмотрите, как она, в каком она виде вся помятая, перемятая. Знаете, что здесь? По идее, здесь должны быть помидоры. Но они все мятые, перемятые, мокрые, мягкие. 3 штуки. Дальше. Вот это я уже не помню, что. Какая-то трава, какая-то зелень для салата. Тоже вялая. Ну, потому что с таким запозданием у нас уже жарко. Огурец хороший. Не пропал. Не успел. 1. Кабачок. Скваш называется. 1. Ну, он вот такой большой. 1, как его звать-то, баклажан. Так, что тут у нас еще есть? Как развернуть ее? 1 луковица. Так, 1, 2, 3. 3 груши. 3 мандаринки. 2 желтые картошки. 2 красные картошки. И 1 авокадо. Уже его просто сейчас нужно кушать. Мягкое-мягкое. И за все вот это я заплатила $22. Да ну их лесом, скажем так. Ой, простите меня за мой французский. Я это все буду отказывать. Ну, этот заказ, конечно же, я оставлю, но от другого я отказываться буду. Оно не стоит того. Не стоит. Я им уже отправила 2 имейла. Они ни на 1 мой имейл не ответили. И, ну, мне не нравится такой оборот речи. Я буду от этого отказываться. Тем более, что сейчас наступает вообще жара. Это в каком виде мне будут приходить все эти овощи? Органика мне не нужна. Я просто хотела попробовать, что это такое. Поэтому сейчас же я к ним захожу на веб-сайт, пишу свой негативный отзыв и отказываюсь от этого. Ну, а с вами я уже точно прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.